Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол. Это жизнь». Итак, второй выпуск второго сезона нашей рубрики «Форт ФИФА». Итак, мы собираем наших икон, и сегодня у нас новый выпуск. Итак, как обычно, начинаем с 5 игроков, пока что случайных. Как только наберем сыгранность 100, так мы будем открывать золотых. Первый игрок? Нет. Мохамед Салах, это, конечно же, да, пока что возьмем. Нет. Нет. Ну, давайте пока что возьмем. Ну что ж, пока что только у нас добавился в основной состав, это Мохамед Салах. Но нам нужно добавлять какого-нибудь хорошего полузащитника из АПЛ. К примеру, даже этот и испанец бы какой-нибудь хороший бы подошел, например, Андер Эррера. И можно было бы нам бы всю оборону, например, из испанской Ла Лиги собрать. Семедо и Рауль Навас у нас уже есть. Ну что же, 91 химия, нужно получать игроков. Можно, кстати, и икон. Ну а пока что переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 8 место, пережил 92 человека, получаю 46 случайных игроков. Итак, друзья, 46 игроков мы получаем за то, что пережили 92 соперника, и также получаем 20 игроков за то, что мы попали в топ-10. Ну что же, 66 случайных пока что игроков, но может быть за это открытие мы как раз и получим несколько икон и уже сможем открывать только золотых. Итак, первый игрок. Ну давайте пока что возьмем, вдруг мы там Испанию будем собирать. Пока что это да. Давайте возьмем, это как раз испанец из английской премьер-лиги, нам он пригодится. Нет, 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 нет. Ну давайте возьмем Донаруму пока что. Вдруг пригодится нам. Нет, 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 нет. Ну давайте возьмем, заменим нашего серебряного игрока в центре поля на именно Аарона Муя. Нет, 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 нет. И вот этого я ждал. Петр Шмейхель в нашем составе. Теперь, если мы его поставим, у нас будет сыгранность 100, я так понимаю. Да, друзья, как я и сказал, у нас теперь после того, как мы поймали Шмейхеля, сыгранность 100. Ну и теперь нам остается открывать только золотых игроков и надеяться, что у нас уже скоро весь стартовый состав будет в иконах. Да, нет, нет, нет. Ну давайте возьмем, друзья, Джейси Лингер, 95-я его карточка, но... Мы тогда уже возьмем уже 87-ю, потому что такую мы, скорее всего, не возьмем. Это личные дают игрокам. Конечно, мы возьмем Паулу Дибалу. У него есть еще и карточка 92. Вот она, карнавальная. Пока что это да. Нет. Ну, давайте пока что возьмем. Да. Нет. 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 Давайте возьмем. Нет. 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 Ну, давайте возьмем. Нет. 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 Да. Нет. И вот так вот. Снова нам вторая уже икона за выпуск. Это Филиппо Инзаги. Его средняя версия. Но у него есть еще и Prime 91. Мы, естественно, ее возьмем, но пока что только на скамейку запасных, потому что в основном составе у нас стоит Креспо. Да? Гарри Линегер, мы его, естественно, берем, и он даже на стартовый состав идет, Креспо тогда на скамейку. У него есть еще и 93-я Prime. Конечно же, да. И последний игрок. Нет. Ну что же, друзья, вот так вот пока что выглядит у нас состав. 100 химию мы добили, 86 рейтинг, уже в стартом составе 4 иконы. И есть еще 2 иконы также на скамейке запасных, Инзаги и Креспо. Но у нас уже замечательный и резерв, у нас здесь игроки только 86+. Конечно, нужно нам ловить игроков из испанского чемпионата именно на оборону. Например, тут Пике и Рамос бы идеально бы зашли, но также нам лучше ловить именно икон. Ну что же, переходим ко второй игре Fortnite.
Итак, 28 золотых игроков. Надеемся на новую икону в составе. Первый игрок. Нет, 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 нет. И новая икона в составе — это Райан Гиггс, его бэйби-версия. У него есть прайм-икона. Его мы берем. Нет. А вот облак 90-й — это все-таки, наверное, да. Снова нет, нет, да, нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вас 30 лайков, и третья серия не заставит вас долго ждать. С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол — это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.